Ну и новый стиль. Ведь невозможно, что такое ваша идея, зашли в тупик. Капиталист, он не просто зашел в тупик, он действительно сегодня бесится. Но противоядие есть только одно. Ибо капитализм всегда порождает нацизм, фашизм и бендеровщину. А кроме социализма его побеждать некому. Поэтому я жду в следующем выступлении, вы поставите уже социалистические задачи. И я думаю, активно поддерживает даже «Единая Россия». Вот Володин сидит рядом и улыбается. Ему эта идея уже нравится. Спасибо большое. У меня сомнений нет в том, что члены КПРФ настроены именно таким образом. Но что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения, чем наполнять, особенно в сфере экономики.